Сотрудники городской администрации ненадолго отложили в сторону свои прямые обязанности. Утро для них началось с медицинских процедур, измерения температуры и давления, проверка уровня кислорода в крови. Все это необходимо сделать прежде, чем переходить непосредственно к прививке от коронавируса. Многие уже успели прочувствовать его на себе, поэтому решили обезопаситься от повторной болезни. У меня сестра болела вот очень сильно, прям чуть не умерла, лежала в согласии. Ну а так, вроде бы, все дочки. Пневмонии только были, а так все нормально было все. Конечно, все-таки надеемся на лучшее. Первая группа из более чем 200 сотрудников мэрии прививалась еще в феврале в городской поликлинике. Теперь же сделать это можно было прямо на работе. Таким шансом воспользовались 107 человек. Еще 73 в управлении культуры Пензы. Это представители профильных учреждений. Есть, конечно, среди них и те люди, которые в первый раз были сомнения по поводу вакцинации. И сейчас они приняли для себя четкое решение, что вакцинация – это очень важно, нужно. Это здоровье не только самого человека, который прививается, но это прежде всего забота о своих близких, родных. Те, кто решил обезопасить себя от коронавируса, получат вторую часть вакцины уже в мае. В администрации города Пенза не исключают, что если желающих привиться будет много, то подобную акцию организуют еще раз.